Ford Mustang 1972 года. Машина приехала к нам из Клайпеды. За рулем Костин Дмитрий. Об этом автомобиле можно много говорить, но я скажу совсем чуть-чуть. В 2014 году был куплен в США, везде был полностью разобран. Все кузовные части, которые можно было восстановить, были восстановлены, остальные были заменены на новые. Кузов был обработан тремя слоями грунтовки, двигатель претерпел капитальный ремонт и перекрашен в профессиональном кузовном цехе. Выхлопная система полностью заменена новой. Трансмиссия, подвеска, рулевое управление также претерпели капитальный ремонт и были восстановлены. И вот Дмитрий подъехал к сцене. Сейчас он находится из своего изумительного купе цвета мокрый асфальт. И сейчас он будет награжден почетным дипломом участника фестиваля «Золотая тень Кёнигсберга 2019. Я думаю, что если мы будем с вами очень громко аплодировать, Дмитрий заложит хороший вираж и с красивым звуком покинет нашу площадку. Под мелодичные звуки клаксона классического Ford Mustang. Этот звук двигателя можно...